Че, друзья, будем производить сварочные работы? Соседи мне тут заваривать будут дышло. Посмотрим, как получится, че. Сегодня в дрова попозже поеду. Жена в больницу с ребенком поехала, простыл. Вот. Что, друзья, привет всем! Сегодня у нас 5 ноября 2019 года. Мы сегодня приехали впервые за дровами. Так, как-то так. Сейчас буду таскать чурочки, укладывать. Посмотрим, вывезем, как мы это все делаем. Нормально, ненормально, еще неизвестно. Колесо вчера хорошее поставил, на старое сегодня посмотрел. Боковой прорез есть. По кругу. Не знаю, выдавит, но не выдавит ее. Вот как-то так, ребятки. Вчерашнюю березину таскают толстую. Пополам чурки раскалывают. 100 метров выносить легче было. Немного процессика, друзья. Процессика, ага. Так, хоп. Шурочка. Хопа. Хопа. Жарко, ребята, становится. Надо снять куртку. Сюда кинем, чтобы не забыть. Как-то так, ребятки. Но здесь у меня на 2 кузовочка. Дров со вчерашнего. Колесо вчера сделал, на СТО съездил. Блин, я вот думаю, заменить бы мне эту покрышку вторую, которую я купил от москвича. Вообще бы шикарно было. Получше бы найти.
шикарно, друзья, заменить покрышку. Присесть. Так. Вот, тут вот куст мешает. Лазить неохота. Наклонку. Лучше перекидать. Маленечко. Опа. Так, дуй сюда. Вот так и дела. Ребятули. Ветки эти ёбаные. Ну, береза тяжеленная, блин, друзья. Вчерашняя эта здоровущая. Я ее даже не всю распилил. У меня там макушки еще осталось метров около 5. Тоже чурок 10 будет хороших. Но это потом. Сейчас нам надо с этой разобрать. Я сейчас нижний ряд, друзья, выкладываю с полчурок. Она хорошо ложится, компактно. Вот начал уже раз с полчурок. Хочу накидать, повыбирать и таскать. Чтоб потом кругляк сверху кидать. Жарко, блин. Жалющая береза будет. Сильно перегружать не буду. Делаю так, что здесь на два раза осталось. Так уж и просто это все, как на видео кажется.